Take me to Denver Avenue. Here we are, man. End of the line. Так, послушай меня, Исаак Мудила, в том, что тебя ограбили, моей вины нет. Нет, и все тут. Я тут ни при чем, ни при чем. Понимаешь? Я говорю по сотовому, придурок. О, хочешь убить меня? Серьезно? Да пошел ты! Я закончил с тобой, понял? У меня все. Нет-нет, знаешь что, мы с тобой даже еще не начали, варюга хренов. По твоей милости, я в полной жопе, кусок... Алло? Алло? Да! Давай, раздевай варежку, ублюдок! Давай, рискни, сука! Рэй! Какого хрена тебе нужно? Ты просил меня приехать. А, прости, у меня, блин, тяжелый день. О, мне жаль. Мне тоже, твою мать. Твою мать. Этот кучерявый кровопийца решил рот раззевать. Иди, заткни пасть этому стукачу. Какому еще стукачу? Исаку, торговцу бриллиантами. Он решил повесить на меня всех собак. Всех. Обвинил нас даже в том, чего мы в жизни не делали. А теперь у меня нет ни денег, ни бриллиантов. А этот мудак еще грозится меня убить. Потому что ему взбрендило, будто бы это я подстроил его ограбление. Ну и в общем, он с двумя своими дружками засел в нору на Маджестик. Иди, заткни этих ублюдков. Да нет проблем. Эй, можно мне кофе, пожалуйста? Street. Sure thing. We'll be there in no time. Here we are. Thank you very much.
Убирайся отсюда, сука тупая. Это Исаак заплатил за то, что сделка сорвалась. That was a joke? We have reports of shots fired at the Majestic Hotel on Middle Park.
Make me kill you. I don't think you're going to need this. Я заставил твоего Исаака замолчать. Мне кажется, что с тех пор, как заварилась эта каша с бриллиантами, я только и занимаюсь тем, что... Что ж, бриллиантов мы не получили, и понятия не имеем, где они. Этот сволочной байкер Джонни смылся вместе с деньгами, и все, кто приближался к этим бриллиантам, навсегда замолчали. Ты счастливое исключение, можешь быть благодарным. Да пошел ты, Рэй. Больше я не буду выполнять твою грязную работу, ясно? Хорошо, Ники, хорошо, давай-ка не будем забывать об уважении. Ты все еще тот очередной фигурой, недавно сошедший на эту землю. Этот город может стать по-настоящему страшным, если ты не нашел друзей. Не забывай об этом. I am not in the mood for this. Listen, man, can you hurry it up?